Добрый день, друзья. Сейчас у нас обзор такого проекта, как HumanCoin. HumanCoin это новая криптовалюта, электронная коммерция, основана на протоколе Proof of Charity Mining. HumanCoin, то есть это платформа, которая навсегда изменит индустрию благотворительности и реализующая совместно с рынками e-commerce криптовалют совокупным объемом более 3,5 триллионов долларов. То есть это платформа, связанная с благотворительностью, можно так сказать, проще говоря. Также стоит отметить, что, например, такой рейтинговый сайт, как ICO Bench, дает этому проекту 4,5 из 5 возможностей, что является достаточно очень высоким рейтингом. И этот проект оценили уже более, там, по-моему, около 30, ну, уже 30 экспертов данного сайта, что говорит о высоком оценке и признании данного конкретного проекта. Вот. Отмечу, что софткап составляет 6 миллионов, вот, но можно сказать, что уже на данный момент собрано 671 тысяча. Вот. А ICO начинается, по-моему, в районе, по-моему, только через месяц или через полтора. Примерно в этом районе. Вот. Что это такое, какие вот особенности данного проекта? HumanCoin легко конвертируется в ВАО, мили, бонусы, то есть в различные другие параметры. Владельцы токенов будут заинтересованы сохранить их в личном владении для продолжительного времени, для оптимальных возможностей по использованию в программах. Лояльность обеспечит долгосрочный стабильный спрос на токены HumanCoin. То есть по мере роста партнеров и объема сотрудничества в рамках HumanCoin популярность ценных токенов значительно возрастет. Так. Ну, тут еще особенность. В принципе, это, друзья, можно все посчитать. Вот как бы у них перевод достаточно хороший, удобный на русский язык. Вот. А блокчейн может уменьшить или даже устранить необходимость сторонних органов власти, сети банков, НПО, НПО, нет, это не правительственная организация, кто не знает, правительственных агентств, юридические фирмы и так далее. Блокчейн может упростить разработку платформ прямого доступа в гораздо большем масштабе. Как это работает, тут обязательно смотрите видео презентационное, это очень интересно. Вот. Обзор рынка, 850 миллиардов благотворительность, 2 миллиарда 300 тысяч миллиардов рынка розничной торговли, криптовалюта, проблемы, недостаток доверия, вот. И тут описываются проблемы. Тут описывается, как HumanCoin решает проблемы. Как это работает? Платформа предоставляет возможность полностью онлайн слеживать пожертвования, также голосовать через определение рейтинга проектов и благотворителей наряду с остальными возможностями. Схема достаточно вот, у них подробно расписана. Токен сейл, как вот будет, например, вот с 1 июля по 15 августа 2018 года пресейл. Планирую сбор 1 миллион долларов на пресейле. А основной токен SEO, то есть ICO, с 15 сентября по 1 ноября 2018 года. Софткап проект 6 миллионов, хардкап 26. Вот на продажу сколько? Вот пресейл, токен SEO. Дорожная карта. Можно почитать более подробно. Ознакомиться, было сделано на каждом этапе. Стратегически планирует и планирует на 2019 год. Вот. При сборах. Команды и советники. Я подробнее буду на каждом говорить. Можно поискать информацию в интернете или нажать вот, и почитать. Подписаться на новости, ответ на самый часто задаваемый вопрос. Вот сайт, не кстати, очень удобный, такой все достаточно подробно расписан. Вот. Но если есть какие-то вопросы, в любом случае можно задать в телеграм-чате. Вот. Что можно сказать о проекте? В любом случае он интересный, заслуживает внимания. Вот. Все ссылки на него будут в описании под видео. Всем спасибо за просмотр и всем пока.